Привіт, друзяки! Трошечки розмов. Лист від підписчика. Ну, після того, як переглянули моє відео, багато слушних думок з'явилося, багато слушних коментарів, багато листів. Дякую за активність. От іще один лист зачитаю я зараз в прямому ефірі. Від такий підписчик Сергій, прийшло мені на пошту. Ігор, добрий день. Несколько мыслей от зрителей вашего канала. Мне интересна резьба, и я смотрю все видео, но пока ничего не пытался повторить. Причина одна. Это ж надо как-то научить. Сори. Причина одна. Это ж надо как-то начать. Купить где-то кусок липы нужного размера, выпилить заготовку. Для жителя квартиры даже это может стать проблемой. Перенести рисунок и так далее. Короче, лень. Знак оклику. Но кроме этого, остается еще небольшая проблема. Нет критериев, насколько хорошо получится резьба. Сравнивать свой шедевр, шедевр в лапках, с фото или видео все равно бесполезно. В связи с этим к вам вопрос предложения. Может быть, стоит попробовать продавать заготовки? Заготовки шкатулок для геометрической резьбы продают многие. В вашем случае можно предлагать немного другое. Я бы с удовольствием купил небольшое изделие с нанесенным каким-то симметричным рисунком, у которого одна часть уже вырезана вами. Это поможет и начать без раскачки, и сразу перед собой будет критерий, к чему надо стремиться. К такой заготовке можно приложить инструкции с советами, какой элемент чем лучше резать, в какой последовательности. Если вы со мной согласны, то задайте вопрос другим зрителям вашего канала в очередном видео. Может быть, это интересно не только мне. Только с вашего разрешения небольшой совет. Люди не всегда сами понимают правильно, и лучше дать информацию максимально просто. Например, сделать заготовки парочки изделий. Показать их на камеру и объяснить, за сколько их можно купить и как получить. Я вот сам не знаю, ходят ли сейчас бандероли между Украиной и РФ. Но думаю, что это не самая большая проблема. Подумайте, может быть, это будет интересно не только мне. С уважением, Сергей. Ну, в першу чергу, Сергей, я кажу вам спасибо за таку активність і дуже такий змістовний лист. От, було в мене все. Ну, я роздумую на ту тему по-всякому. Думаю, як себе активувати в тому напрямку. Ну, а ви мені в тому плані підкажете і допоможете. От цей лист. Це звернення, ці поради, такого плану листи, вони допомагають мені зорієнтуватися, що потрібно саме кінцевій публіці, тобто вам. Мені це цікаво, розвиватися в тому напрямку, а вам в тому є потреба. От, як бачимо, так? Інша справа, що хочеться активності побільше від вас. От, таким чином і в мене є більший інтерес щось робити в тому напрямку. Так що, от під цим відео, скажіть, що ви думаєте на лист, на думку Сергія. От, можливо, є ще щось цікаве від вас. Пишіть, не стидайтеся. Звичайно, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. І будемо активні в коментарях, воно мене стимулює до
руху вперед і будемо щось знімати, будемо викладати, будемо робити. Ну, а от такий лист. Прокоментуйте, будь ласка, скажіть свою думку. На цьому буду закінчувати. Всім хорошого настрою, зустрінемося.